Дорогие друзья, гости моего канала Виктория Дольче Вита, добро пожаловать! Сегодня такое немножечко экскурсоводное видео по достопримечательностям Стамбула, а конкретно один из островов, Принцевых островов, который является вторым по величине Принцевых островов, Хейбели Ада. Именно ударение на последнюю буковку, потому что Ада по-турецки остров. Всего их, напомню, 9. И вот этот остров, по которому мы погуляем, площадью 2,5 квадратных километра, население которого составляет приблизительно, если верить Википедии, 4000 человек. Но я расскажу немножечко о своих ощущениях, о своих мнениях. Турецкое название Хейбели Ада означает в переводе «остров с сумкой». Греческое «халки» — медное название произошло по причине того, что на острове было много залежей меди. Остров был захвачен турками в 1522 году. В 19 веке рыбачий остров Халки стал популярным дачным местом среди богатых греков и евреев, стамбульских торговцев и банкиров. За несколько десятилетий его население увеличилось с 800 до 3500 человек, а поселок на северной оконечности острова оброс новомодными домами. В одно время здесь жил русский философ Константин Леонтьев. Мне вот этот домик понравился. Там такие дворики, все фоткаются. Тенечки. Господи, как все тут дышит старостью. Мы уже купили мне шапку. Я в очках, еще очки теперь у меня будут с ультрафиолетом, потому что, в общем, так нужно. Надеюсь, что мне удастся передать эту атмосферу чистого, где легко дышать, острова. Конечно, с кучей туристов. Мы ездили, по-моему, даже в будний день специально, если я не ошибаюсь, или в субботу, но было все равно многолюдно. Много туристов из разных стран, много иностранной речи вокруг. Здесь такие сады, и там уже море, а тут лес. Мы сейчас будем у него заходить. У этого дома, конечно, вид вообще потрясающий. С бассейном и на море сразу, в лесу, на острове. Ну, шикарно. Здесь также сейчас идет строительство вот такого вот города целого. С лошадками. Эти лошадки вот там пасутся. И тут. Сейчас стройка идет полным ходом. Здесь старый монастырь. Зашли в него. Turkish forest. Türkmenin böyle.